Епископ Клинцовский и Трубчевский Сергий совершил божественную литургию в храме Святой Троицы города Новозыбково. Литургия на праздник Преображения Господня и стала знаменательна для настоятеля и прихожан еще и тем, что когда-то первая архиерейская служба в этом храме случилась именно в этот церковный праздник. Подробности торжества Преображения в сюжете, подготовленном по материалам наших коллег из Клинцовской епархии. Храм Святой Троицы в Новозыбкове начали строить в начале 20 века. Материальную помощь в постройке оказывали многие жители тогда еще Черниговской губернии. Одним из меценатов также стал император Николай II. Дальнейшая жизнь храма повторяет трагический сценарий многих церквей и приходов того времени. В конце 40-х годов храм был закрыт, а весной 1952 года разграблен и полуразрушен. И только в 1995 году указом президента здание храма было возвращено русской церкви. Его восстановление продолжается до сих пор. В данный момент ведутся работы внутри здания на территории храмового комплекса. Восстанавливается воскресная школа. На праздничное богослужение в Новозыбковский Троицкий храм приходят несколько сотен человек. Для многих из них приезд епископа Клинцовского и Трубчевского Сергия стал настоящим праздником. Сегодня такой радостный день, солнечный, радостный, такой праздник. Поэтому такая на сердце благодать. У нас еще вдвойне праздник, приехал владыка. Поэтому у нас вдвойне радостно. Совершив божественную литургию, владыка Сергий поздравил прихожан с праздником Преображения Господня, а также сказал, что Господь, преобразившись перед своими учениками, приоткрыл им тайну, что помимо привычного нам материального мира, существует реальный духовный мир. И что свет, явленный в Преображении Господнем, та слава мира духовного, затмевается нашей греховностью. И сегодня мы с вами, причащаясь, мы соединились этой вечной божественной славой. Приняли в себя частицу божества, получили дар Божий, который освещает и просвещает душу человека. Также во время служб по обычаю освещают плоды нового урожая. Поэтому в народе этот церковный праздник называют «Яблочный спас». Многочисленные прихожане и православные новозыбковцы с радостью приветствовали владыку Сергия возле храма. Окропляя плоды святой водой, епископ Сергий поздравлял всех с праздником и благословлял на труды праведные.